Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам вьющееся растение ипомея. Я его использую как ампельные горшечные культуры. Дизайнеры любят. Дизайнеры в этом году у меня прям сразу 90 горшков. Одна только покупательница взяла. Красавцы! Но вот если их садить в открытый грунт, посмотрите, какой получается огромный массив. Вот здесь один куст посажен фиолетовых и один куст зеленый. Вот зеленые сердечком листья, но листья просто лопухи. Вот если сравнить с рукой, посмотрите, какой размер листа. А вот в горшечной культуре он вот такой вот листик маленький. То есть здесь, естественно, ему места не хватает. Вот это другой сорт. Он осенью прям шикарно смотрится, как кленовый лист. Вот, что я хотела сказать. У нас в Краснодаре я видела такую ипомею, прям по трассе. Огромные железобетонные кольца, вот колодезные стоят. Посреди землей, значит, засыпали, посредине поставили, посадили дерево, а по краям вот эта ипомея. Просто красиво. Значит, зеленая с фиолетовым сочетали. Просто разные формы листа. Очень красивые. Вот эта ипомея еще цветет. Сейчас покажу. Вот такие вот. Почему, наверное, называется ипомея? Потому что как у ипомеи цветочки. На самом деле это батат. У него корни съедобные. Размножается вот просто мгновенно. Черенок берете, в воду ставите, на второй день уже корень. И неприхотливые. Вот он у меня полез даже вот к бассейну. Сюда вот все тут заполонил, даже не пройти. Вот такой красавец. Сколько у меня их? У меня их 5 сортов. Я не знаю названия, я особо-то не увлекаюсь ими. Так, ну, поскольку мне понравилось, что хорошо на рынке идет, поэтому я и приобрела и стала заниматься. А в открытый грунт посадила для того, чтобы больше черенков иметь. Ну, вот тоже почеренкую, посажу в теплицу на зиму, а там зимой еще буду размножать. Ну, надеюсь, я вам чем-то помогла. Спасибо, друзья. До свидания.